Привет! Вы на канале про продукт. Секретные приемы, как чистить куриные желудки. Обычно куриные желудки, имеющие народное название пупки, приобретаются в магазинах. Там они продаются очищенные, поэтому времени для их обработки требуется значительно меньше. Однако, как правило, до прилавков они проходят не ручную, а механическую очистку. Поэтому и могут быть погрешности, требующие почистить то, что осталось незамеченным. Бывает, что используются желудки кур, выращенных собственноручно или фермером, а также купленные на рынке у производителя. Для этого случая как раз и пригодятся секреты. Как чистить куриные желудки. Подготовка к очистке. Желудочек, как мешочек, сверху покрыт слоем жира, а внутри выстлан так называемой эластичной кутикулой, толстой жесткой пленкой желто-коричневого цвета. Она нужна для того, чтобы защищать желудок курицы от поражения. Ее и жировое покрытие, и надо будет удалять тогда, когда придется чистить пупки. Прежде чем очищать куриные желудочки, их стоит подготовить. Обычно весь процесс из расчета на килограмм сырья требует 60 минут времени. Но есть секретные приемы, позволяющие сократить процедуру и придать сырью мягкость благодаря тщательной подготовке. Налить в емкость холодной воды, добавить немного соли. Замочить продукт на час для устранения специфического запаха. Подержать нож, которым планируется чистить продукты, в морозилке или холодной воде. Как чистить заполненные желудки? Если приходится чистить свежие, заполненные куриные желудки, то лучше заниматься поочередно каждым в отдельности. Если разрезать их большое количество, то неприятный запах распространится по всему помещению и от него будет трудно избавиться. Для начала стоит открыть окна, позволяющие ему выветриваться, и только потом приступать к разделке. Алгоритм из 10 шагов таков. 1. Желудок промыть под струей очень холодной воды. Разрезать его не до конца на разделочной доске вдоль, там где есть шов, раскрыть и вывернуть. Вытряхнуть его содержимое. Тщательно промыть под проточной водой холодной температуры. При сильном загрязнении нужно использовать для очищения соль. Вырезать хрящик, расположенный в окончании желудка. Внимательно отследить, есть ли на желудочках желтоватые пятна. При наличии, все эти места отрезать, так как они придают горечь при дальнейшем приготовлении. Удалить весь жир. Положить желудок в емкость с холодной водой. Приступить к обработке следующего. Как снимать пленку? Когда все желудочки обработаны, обязательной процедурой остается снятие их внутренней толстой желтой пленки. Если времени маловато, рекомендуются на выбор два секретных приема. Они помогут ускорить такой процесс. Холодный. Предварительно поместить сырье, подготовленное для снятия желтой пленки, в морозильник на несколько минут. Так сами желудки уплотнятся и будут еще и резаться легче. Горячий. Поместить субпродукт в дуршлаг. Ошпарить поверхность, содержащую слой, который необходимо удалить. Отделять жесткую мембрану на внутренней поверхности пупочков легко в сыром виде и после предварительной секретной подготовки. Пальцами или ножом подевают ее края, затем потянув, аккуратно снимают. В вареном виде она обычно не отделяется даже после длительной термической обработки. После удаления жесткой пленкой любым из предложенных вариантов, все желудочки еще раз хорошенько промываются. Пленочки, снятые с внутренней поверхности желудков, не рекомендуют выкидывать. Их сушат, перемалывают в порошок и используют как лекарство при расстройстве желудочно-кишечного тракта и диареи. Магазинные желудочки куриц, размороженные или охлажденные, вынимают из упаковки. Затем каждый в отдельности рассматривается и изучается на предмет наличия жировых отложений и зеленоватых пленочных участков. Такие зеленоватые островки обычно встречаются по краям или на белой стороне пупков. Все это требуется непременно чистить, иначе блюда из них будут горчить. После того, как закончили чистить все субпродукты, их можно пожарить, приготовить тушеными или даже желудочки гриль. Есть рекомендации для того, чтобы желудочки получились гарантированно мягкими. Их предварительно, независимо от того, прописано это в рецепте или нет, лучше сразу отваривать в течение 40 минут. Можно получить изумительный деликатес из куриных пупочков, если замариновать их на несколько минут в секретном рассоле. Для него берется растительное масло, лучше оливковое, сок лимона, черный перец и специи по вкусу. Чтобы продукт пропитывался и мариновался равномерно, сырье лучше почаще встряхивать в закрытой емкости или просто периодически перемешивать. Если собирались только чистить желудочки курочек, но пока еще нет времени или желания их готовить, то продукт можно заморозить.
В таком виде сырье хранится длительное время. Только категорически нельзя подвергать размораживанию и повторной заморозке. Еще один минус заключается в том, что после замораживания субпродукт теряет некоторые полезные качества. Пользуясь этими простыми секретными приемами того, как чистить желудочки куриц, можно с удовольствием приниматься за приготовление любых блюд, содержащих этот вкусный компонент. Понравилось видео? Не забываем ставить лайки и подписываться на канал.